можете пояснить? Превышение скорости. А много? Нормально. Ну, хотя бы порядок можете назвать? Сколько штук? Да. Я, наверное, даже уже потерялась, сколько штук. Много. Ну, и не всегда плачу. Что-то уплачивала одно время, но и не получается. Все у вас превышение, да? Да, все превышение скорости. У вас и в 2020 году привлекали за неуплату, и в 2021. Так? Да. Там у вас какой был? Двукратный размер, да? Да. И все равно у вас нарушение, и все равно вы не платите. Так? Так. Можете сказать, почему? Потому что не всегда есть деньги, вот почему. Были бы они лишние, платилось бы. Ну вот все в деньги упирается. У вас автомобиль где находится? Эвакуировали за нарушение правил. На портовой, на штрафстоянке. Здесь по машине. А где вы поставили автомобиль с нарушением ПДД? На Галицкого, да? На Галицкого выезд был со двора, да. И я не соблюла 5 метров, как оказалось, до угла. Хотя я думала, что все-таки это место, ну, не считается прям проезжей частью. И...